Молодым музыкантам уже присвоили неофициальное звание «Звезды 21 века». Они виртуозно играют на скрипке и фортепиано. Лукас Генюшес – обладатель 11 наград, пианист, известный далеко за пределами России. В Самаре впервые. Обширная концертная биография не спасает от волнения. На незнакомой сцене он впервые же исполнит для широкой публики 20-й концерт Моцарта. Так же, как великий музыкант, Лукас начал свой путь в музыке в раннем детстве. Музыкальный талант передался ему буквально генетически. В семье музыканты все. Но чтобы добиться известности и признания, пришлось упорно работать. Тут нет никакой поэтизации и мистификации вообще. Ремесло музыканта, да, и то, что воспринимается как какое-то откровение, вдохновение, вот это все эти красивые, так сказать, вещи, да, которые действительно присутствуют в нашем деле. За этим стоит очень большой такой черный труд, я бы сказал, да, то есть очень серьезная работа с самого детства. Труд, эта дорожка, то есть, которой талант нужно вести. На сцене Самарской филармонии Лукас Генюшес выступит вместе с молодым скрипачом Айленом Причином в рамках федерального проекта «Звезды 21 века», организованного Министерством культуры России. Молодые виртуозы сыграют в сопровождении камерного оркестра Самарской филармонии «Волга-филармоник». Айлен Причин уже знаком с самарскими музыкантами. Сыграться с такой командой несложно. Прямо на репетициях рождаются оригинальные решения. Когда собирается такая хорошая команда, совершенно нет никаких проблем взаимодействия, взаимопонимания. Естественно, что мы можем дискутировать, обсуждать какие-то тонкости, но это идет только на пользу. Уже несколько лет Айлен не расстается с особенным инструментом. Скрипку в 1765 году создал неаполитанский мастер Гальяно. Молодой музыкант уверен, у таких инструментов неповторимое не только звучание, но и аура. У скрипки будто есть душа. У проекта «Звезды 21 века» обширная география. Москва, Казань, Нижний Новгород, Оренбург, Санкт-Петербург, Самара. Десятки городов. И в каждом музыкантов принимают с невероятной теплотой. Ведь хотя их и называют звездами, звездной болезнью они точно не страдают. И публика это чувствует по тому душевному посылу, с которым звучит музыка. Марина Кравцова, Павел Пресняков. События.